Комиссия не только руководствовалась представленными презентациями, но и изучала показатели работы. По итогам голосования лучшим советом территориального общественного самоуправления Сочи единогласно признан ТОС КСМ, председатель Сарибек Гульбангян. Второе место занял ТОС Кичмай, председатель Халит Тлиф. Замкнул тройку лидеров ТОС Измайловка под председательством Марины Туровой. Победителям городского этапа вскоре предстоит участие в краевом конкурсе, но городские власти пообещали помогать всем общественникам, независимо от занятых на конкурсе мест.